Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк, я буду очень рад. Так, сегодня мы поговорим с Siri, да, то есть научимся, так сказать, заходим в настройки. Siri, язык. Siri – это интеллектуальный помощник, который помогает вам находить разные задачи, выполнять разные задачи, да. Используйте Siri, чтобы получать информацию, выполнять различные действия. Помощник Siri отображает, во-первых, текущих действий, позволяет вам обращаться информацией на экран. Помощник Siri интерактивный. Если Siri предлагает веб-ссылку, вы можете коснуться ее, чтобы открыть браузер по умолчанию, увидеть большую информацию. Когда в ответ на вопрос для Siri на экран проявляется элемент управления, вы можете использовать для выполнения действий. И можно еще раз коснуться Siri, чтобы задать другой вопрос. Или ниже приведены примеры действий, которые Siri может выполнять по вашим просьбам. Дополнительные примеры можно найти в других разделах этого руководства. Например, Siri выполняет разные задачи перевода на другой язык. Почему появляется радуга? Какой звук издает кошка? Кто создал ракету, которая первой полетела в космос? Как сказать спасибо по-французски? Да, и на iPhone 15 Pro, да, используя Siri, вот, используя Siri, можно управлять приложением с помощью голоса. Когда Siri активирован, скажите, например, назначить встречу с Григорием в 9 часов, да, чтобы создать событие. Добавь кабачки в мой список продуктов, чтобы создать напоминание. Send a message to saying love you very much, чтобы отправить текстовое сообщение. Что нового, чтобы получить информацию об погоде в вашем районе, узнать последние новости, просмотреть напоминания, события календаря и другие данные. Больше примеров объявлений вызов. Кстати, вот я же использовал Siri, блин, это реально круто, я не ожидал, я же пришел с Android, и когда я думал, там он долго будет думать, да, на Android вот это Google, он чуть-чуть долго думает, а вот этот Siri быстрый прям, там, открой календарь, он в миллисекунд открывает, там, и позвони этому, сразу звонит, то есть вообще не думает, быстро, как будто все быстро делать, аж удивился я, да. Мне лень был вот этот включить подкаст, потом сказал, там, включи все, да, включи подкаст, включил, включи эту музыку, включила. Потом что, мне лень был вот этот голос, ну я же там лежал, просто лень был телефон доставать, там на блокировку стоял. Увеличь голос там на 70%, блин, все делаем, блин, я просто говорил, я думаю, это не будет выполнять, я сейчас должен разблокировать телефон сам, а как это все делать, вот это надо включить, да, проговорите, да, вот это, привет, Siri, включите, угу. И нажатием тоже можно, да, привет, Siri. Так, Siri с блокировкой экрана можно, да. Вы можете отключить, ну, нежелательно, да. При выключении функции блокировки, также выключаем, объявлять уведомление для Siri. Ну, желательно не выключать. Голос можно выбирать. Угу. Ответы Siri, да. Можно ответы выключать, либо включать. Либо это автоматически Siri будет использовать интеллектуальную функцию устройства, чтобы автоматически определять, когда нужно говорить. Всегда с субтитрами. Может субтитрами показать и показать запрос, показывать запрос на распознанный текст. А? Завершение вызов можно положить трубку, вот, говорить, привет, Siri, положи трубку, поддерживать во время телефона вызов обычный, FaceTime. Так, можно включить. Мне нужно иногда, да, это необходимо, кстати, объявлять вызовы, да, кто звонит, объявляет. Моя информация. Вот. История Siri можно отключить, удалить историю, объявлять уведомления. Можно по конкретному приложению выключить. Да. Так, здесь приложение, все можно. Допуск уведомления можно отключить, да. В библиотеке приложений, приотправ контента, да, приложений. Ну, все, доступ к Siri можно конкретному приложению отключить, например, калькулятор анализа отключить, показать на экран, все на экран, то есть расширить показ приложения, контент с приложением калькулятора, а также быстрая команда для этого приложения, результат поиск виджет. Это приложение, быстрая команда основана, чтобы пользоваться, это как бы разрешение даете, да.
Так, я записываю, поэтому не могу показать. Коротко, ясно. Сири служит вас. Так, там, набери на какой номер, да. Как будто все слушать, да. Открой напоминание, открой фото, да. И так далее. Там, открой настройки, открой Инстаграм. Все выполняет, там, назначить. Ну, ладно, это, да. Открой YouTube, включи YouTube. Поставь на паузу, кстати, да. Ставить на паузу, да. Это хорошо же, да? Какая сегодня погода? Все быстро говорит. Привет, Сири. Просто сейчас я записываю, поэтому она меня не слушает. Да, так? Все очень хорошо, блин. Сейчас я отключу. Сейчас я отключу микрофон. Я думаю...